Единственное это, вытащи мою тачку. Я тут припарковался немного неудачно. Так. Как я ее должен вытащить, по-твоему? Ну, толкнуть своей. В колесико, так сказать. Почти. О, спасибо. А у тебя тоже тут два чела зависло? По миникарте, вот тут. Ну вот тут два серых. А, нет, там. Вот, не, у меня прям ничего. По центру занимаются тут каким-то непотребством. О, у меня опять летающие челы. И баллончики. Опять какая-то арт-инсталляция. У меня челы просто застывают, и все. Что происходит? Они у меня, блин, сальтухи крутят в воздухе, танцуют, тверкают, блин, что происходит? Слушай, это тут им, походу, реально плохо, короче. Ого, я ускорился, как жесть. Ну, у меня же прокачка есть. Да убери эту метку, погоди, где она? У меня нету никакой метки. У меня все убрано. Все, я удалил. У тебя вот с этим все нормально? Где, с кем? У меня все валяют на полу. А у меня вот эти три вокруг тебя стоят, а вот этот тверкает вовсю. Те, а этот в космос пытается улизнуть. А чё, битва будет сегодня? А, ты убил их уже все. Вот эти три стоят, да? Ну. А вот этот вон. Если был хостом, у тебя бы такой фигни точно бы не было. Не, ну ты посмотри, он прям по текстурам правильно забирается. Так, вот. Теперь можно любым другим оружием, пока щита нет. Электричество лучше всего. Я его аннигилировал. О! О, легендарная граната выпал. Сегодня зайка, завтра бомба. А мне какашку дали. О, нам как раз туда и надо. И тачка как раз есть. Да, блин, опять неправильно припарковался. О! Да, блин. Ну, Лёха, короче, твоя тачка застряла. Смотри, я просто привязан к точке, а должен к тебе как бы приближаться. Ёпта. Я под текстуру чё? Упал. Ты где? О, вернулся. А где король кусака? Он выходил, я думал, ты его прибил уже.
А, он улетел, короче, куда-то в небеса. Я стрельнул, он резко взлетел и все исчез. О, взять. А где взять? А? А? Лёша. Заехать надо. Че тут? Рома, а почему в тебя светит невидимая пушка? Не знаю. Но почему-то эта турелька очень на меня прям охотно смотрит. Да, где же, блин, да, турель? Где же турелька? Где же она может быть? О, у нас две основные тачки теперь. Не, моя настоящая, твоя нет. А, нет. А я нажал Q, она что-то так долго восстанавливала. Не, у меня Роланд сидит, а ну это. Вон, у тебя тоже? У меня нет, не сидит. Хотя было бы забавно. Значит, моя настоящая. Моя, значит, настоящая. Давай, кортеж и уже кортеж. Бля! Что с тобой? Машина застряла! Я так... О! О! О, все, дюбну, вытащила меня из текстур. Да, мы поместимся, мы оба настоящие. Я настоящий. Ой, я настоящий. Блин, ты нафиг сделал мою Иди тачку? Иди стрелком. А чё? Ты, блин, чё делаешь вообще? Вылетело просто. У тебя игра вылетела? Да не, соединение разорвалось. Да так же, как твой пукан разорвался от того, что твою тачку сел. Остался железяка, тайник тифона и угло. Твой курьер не засчитан. М? Я твою тачку взорвал, но ее не засчитали. Получается, нет, другой там... циклон и другой курьер. Ты нахуй мою тачку-то сломал? Написано уничтожить курьер. Это же не про мой. Он даже не в зоне стоял, где надо ломать. Неважно. Написано уничтожить, я уничтожил, его не засчитало. Этот квест поломанный. Это поломанный, это твой мозг. Нет, Лёха, блин, ты состилил. Да, а, так ты есть, просто ты оружие ходячее. Где ты? Покажись. Я чё? Тебя нету. Просто оружие в воздухе летает. Так я на том же месте, подходи. Ты где тело посеял? Мне даже интересно стало, что за доп-квест я не засчитал, блин. Так у меня его вообще в двух местах показывает. Вот тут, вверху. Его тут нету даже. А у тебя метку вообще показывает? Да, да. А, он же тут был привязан, помнишь, в самом начале? Это-то да. А вторую он показывает, это переход в другую волку. Вон, какую? Бредит вон, наверху. Дьявола. Летит туда. Он же там находится, около постамента своего. Что? Тебе, то есть, хочешь сказать, тебе не засчитали второй или третий квест в игре, что ли? Ну, походу. Так он был основной, нет? Вот именно. Так в этом и проблема, что он основной. Вот
Thanks, Vault Hunter. You made my dreams come true. Ты серьезно, один из первых квестов? Начальный квест, который он давал, это золотые статуи расставить. Ой, какая-то Ирина, мы все игру видели, мы уже игру прошли. Ура, засчитали. Наконец-то починили это сломанное что-то.